Перед новогодними праздниками многие люди оказывают услуги поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также других сказочных персонажей. Наряду с ними популярна и упаковка подарков, а также фото- и видеосъемка. Чтобы осуществлять эту деятельность легально, необходимо уплачивать налог. Для этого нужно обратиться в налоговый орган в уведомлении, указать вид деятельности, место и продолжительность. Исходя из этого, будет рассчитана ставка единого налога. Уже более 250 человек в Гродненской области зарегистрировали свое дело на время новогодних праздников. Если оказывать услуги поздравления Деда Мороза, Снегурочки или других, как говорится, сказочных персонажей, вот той же Бабы-Яги, ставка налога в городе Гродно составляет 104 рубля. Если заняться упаковкой товаров, новогодних подарков, то ставка налога в городе Гродно составит 43 рубля. Если вы же решили оказывать услуги фотографа или оператора, то ставка налога составит в городе Гродно 99 рублей в месяц. Прием наличных денег за оказанные услуги осуществляется в свободном порядке. Вести учет тоже не нужно. Кроме того, при расчете ставки единого налога определенной категории граждан установлен ряд льгот. Если гражданин достиг пенсионного возраста или у него есть группа инвалидности, если гражданин имеет статус многодетной семьи, налоговые органы при исчислении единого налога применят льготу в размере 20%. При наличии одновременно двух оснований, к примеру, это группа инвалидности и достижение пенсионного возраста, льгота применится 45%. Если налоговая инспекция узнает о незаконном оказании этих услуг, то на первый раз нарушителю придется оплатить штраф в размере одной ставки единого налога. Повторно сумма увеличится пятикратно. Стоит отметить, что гродненцы добросовестно относятся к возможности заработка в предновогодний период. И в прошлом году незарегистрированных Дедов Морозов, Снегурочек, упаковщиков подарков, фотографов и операторов не было выявлено.